И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега и подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 6, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Димончик первый нас ищет, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Ого, вот это Фантайм Фокси как быстро. Классно, бегает. Да, аниматроников накачали? Это подписчики скинули нам. Да, спасибо, ребята, очень. Вот еще скидывайте, мы еще будем дополнять нашу коллекцию. О, я уже слышу. Какие-то классные звуки Димон издает. Так, а мы сейчас станем люстрой. Блин, а вас искать тут не только в пиццерии или еще на улице можно поискать вас? Да по всей карте, наверное. По всей карте, я вас запомню. Так, здесь никого. Как же мы давно не записывали прятки. Не залетали, потому что залетать нечестно. Нечестно, да, залетать? Ага. Серега, ты уже нечестно запрятался. В смысле? А кто тут ходит за кепхада? Кепга. Кепхагада. Так. А где вы? Вы все в пиццерии, что ли? Да, я в пиццерии. Я прям в пиццерии самой. Я думал, вы на улице решили. Нет. Так. Да, я понял, хорошо. Диман, а ты где? Че тебе. А, вижу, вижу, ходит. Я тебе сейчас на голову люстру одену. Стой, стой, стой. Блин, а. Я прям вижу в твоей голове. Ладно, ладно, ладно. Ну-ка одень на меня шляпу, люстру. Да твоя шляпа. Давай. Это моя шляпка новая. Во. Во. Ты просто головой шевелишь. Ну все, давай, Димон, ищи нас. Я надеюсь, у тебя получится. Шляпа люстровая. Так, а кто здесь? Под никого, никого. Никого? Да, ну запах есть. Да, запах есть. Так, давай сюда. А ты откуда сдаешь? А я чувствую через люстру запах. Так, может в шоп зайдем? О, в шоп пришел, а тут вон продается капхэт. Мочи его. Капхэт, иди сюда. Вонючка. А чё ты бегать будешь в этом доме? На! Убил? Да, конечно. Так, давай дальше, Димон, ищи нас. Так, один у нас попался. Димон тут прям на витрине возле кассы расставил. Так, значит, со мной будет искать вот молодой человек этот. О, а что здесь землетрясение произошло, Димас? У тебя тоже? Нет. Ого, тут кто-то все разломал. Земля сотряслась, сошли... лавина сошла какая-то. Я там ничего не вижу, я не могу ночной режим включить на лампочке. Ночной режим на лампочке? Ну. Так, так, здесь так. Тоже темно, и здесь никого нет. Никогошеньки. Да, вы все попрятались куда-то. Я хорошо запрятался, высший левел. Так, я только нашел чумной доктор. Кого я еще? Двоих человек должен найти, да? Да. Хорошо. Я вас запомнил. Куда ты пошел? Искать вас пошел. Ищи. Ищу. Так, надо перепрятаться. Давай. Посмотрите, не летайте. Будете летать, я вас побью. Я не летаю. О, чумной доктор, ты уже здесь? Привет. Ты такой же зубастый. Так, о, человек, никого не вижу. Бомб понаставлено. Это кто наставил столько? Я. Yeah. Это Серега. Серега, ты зачем? Какую войну? Правильно, правильно, Серега. Слишком много бомб ты понаставил. Я вот выхожу в своей нычки, потому что вы меня никогда тут не найдете. Ну, нычка эпичная. Димас, а ты походу читер, ты где-то спрятался. Нет, сюда пешком можно прийти. Я выхожу с ним, как и пришел. Настоящий аниматроник. Вы съели Серегу? Да. Ладно, я возвращаюсь на свою нычку назад, я передумал. Серегу съел я, вкусного. Вкусный, да, Сережка? Да, со вкусом железа. О, я вижу Балун Боя на улице, бегает, бегает, так, 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 сидит, думает. Так, а, так, ты так. На улице, да? Да, да, да. Так, Балун Бой возвращается в пиццерию. Всё, ушел. Давай, давай вместе искать. Я пошел. Так, вижу, вижу кого-то. Марионетка. Пополз, точнее. Кто здесь Пепси оставил? А? Марионетка, ты куда ушла? Кто-то выкинул Пепси. Пепси. Так, марионетка пришла. Так, смотрит, смотрит, смотрит. Где же он сидит? Давайте я уже ближе подойду, может вы меня так увидите. Знаешь, где он, скорее всего? Где? В смысле, а где ты? А где я? А ты залетел, да, куда-то, наверное? Нет. Нет. Сюда нет. Можно прийти. Ах ты, блин! Едить, колотить, я не ожидал, что кто-то меня унайдет так а быстро. Где он был? Я был в вентиляции. А, он в вентиляции был. Там щелочку видно, Димон, все.
Ну что, пацаны, я иду искать. Время истекло. Что? Какое время истекло? Все. Батарейка садится. Осталось чисто на искание. Ах ты жопа, Сережка! Ты меня испугал своими бомб. Я так смотрю, думаю, что это красные штуковины. Половину жизни, считай, снес. Что, Димас, давай ищи нас. А я уже это делаю. Разминирую бомбы своей жопой. Так, Серега. Так, подожди. Да кто столы мне на голову бросает? Че ты ржешь? Столы тебе на голову, это вот призраки тебе. Злобный призрак хочет убить аниматроника, но у него не получится. У меня еще 411 жизней. Че за говно, я провалился сквозь карту, так не должно быть. Диман, а я знаю, где ты. А где я? Ну я догадываюсь. А я знаю, где ты, а я всем расскажу. Сейчас, Серега у нас первый, наверное, умрет. Что, в темноте в этой? Не, я тут ничего не вижу, я выхожу. По порядку будем идти. Может, Димончика и найдем. Так, здесь нету. Ну-ка, где я? А я буду искать тебя. А давай я тебя найду сначала. Я на улице, Димон. А, на улице? Я стараюсь тебя убить. Что, скорее всего, у меня может и получить. А, это стоп. Ты что ищешь-то тут? А может, тут двери открываются, ты где-то в калитке сидишь? Не, эти двери не открываются. Нет. Эти двери могут открыться. Не могут. Но разработчик сделает, и в следующей серии они будут открываться. Ну да, может быть такое. Так, вот здесь кто-то. Ну здесь дырка в стене. Или в воде. Нету в воде. Или в мусорке. Ну, не знаю. Нет в мусорке. В артефакт. А Серега бомбы фигачит, ну-ну. Так, Димас, я сейчас буду наблюдать за тобой. Ты на дереве где-то? Нет у тебя на дереве. А, вот здесь ты вот. Так, ребята, где-то он... Димас, а ты где? Иду у тебя... Все, Дима, я тебя нашел, говори последнее слово. Пока. Я тебя не нашел. Димас, а ты скажи, где ты? Я на улице бегаю. Уже хожу, захожу вовнутрь через вентиляцию. Меня, вот, найди меня. Найди ты меня. Подожди. Так, я захожу. Я захожу в пиццерию. Вижу, стой. Смотри, Димас. Ого, ты чё, ядерная боеголовка? Сейчас тебя взорву. Так, Димончик, я знаю, куда мне теперь идти, чтобы тебя найти. Сейчас тебя взрывать? Не, так не надо. Так нечестно. Чё за темнотища? Ой, меня кто-то перекинуло. Чё не видно нифига? Сюда, может? Прикольно, кстати, пиццерия, тут аниматроники. Так, класс. Надо сделать от первого лица. Был он бы вообще мутант какой-то огромный. Во. Димас, я тебя вижу. Во, ты теперь я прозрел. Прозрел. Да, я прозревший. Ты зрячий, чел. У нас подвал спустился. Да, тут кто-то был. Я слышу запах говна. Вот ты нашел, расскажешь? Есть! Чумной доктор умер и помогает мне искать. А Серегу нашел? Нет, Сережу не нашел. Ну, Серегу, да, трудно. Не найдет. Найду. Я слышу запах говнища, иду по запаху говна. Приближаюсь. Ладно, вылечу, а то я застрял там. Да, плюштрап, кстати, застрет своими ногами корявыми. Ой-ой-ой, это что за... Это что с аниматроником? Ого, тут все горит. Нет, меня обнаружили. А, спасай жопу. Смотри, а ты как сюда попал? Димон, покемон, спасай свою жопу. Подожди, это кто? Это чумной доктор мне помогает. Димон, покемон. Что за артефакт? А, это ты. Меня обнаружил чумной доктор, и я еле смылся из этого места. А я слышу, туалет смывается. Это ты, да? Нет, это не я. Это ты. Ну, я не так смылся. По-другому чуть-чуть. Где ты, Димончикс? Я перепрятался. Перебазировался? Так, мы еще Серегу не нашли. Ага. Ого! Fucking shit! Как бомбы разминировать эти? Никак. А че они не разминируются? Чёрный доктор меня обнаружил, засрадец. А я сейчас тпхнусь. А нельзя, фу, чит.
Ай, блин, меня спалили! Нет! Мочи, мочи, мочи его! Нет, нет! Нет, 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 нет. Вот, вот это скример. Серега, ты чё так много бомб поставил? Как пройти? Ты проходи, проходи. Проходи, проходи. Проходи, не задерживайся. Где ты сидишь? Так, я буду за Инарда играть, будем искать Сережку, да? Да. Так, знаете, где Серега? Он в подвале, пацаны. Я рискую своей жизнью, разминирую бомбы. Ого, жахнуло как. О, вот это я ползу. О, я понял, с разбега можно. Вот так вот. Какого фига? Вот так вот. И вот атака. Здесь кто-то был, что ли, мне показалось? Димон, я знаю, как бомбы перепрыгивать, и они не взрываются. Димас, я походу видел Серегу здесь. Это муляж? Серега, ты меня обманул. Я как дурачок прыгаю 500 раз через них. Красиво, а я повелся, дурачок. Так где он? Он где-то тут. Ого, это были настоящие. Да что так громко, а? Ой, я ничего не вижу. А где он? Я думал, он тут где-то шкерится. О, вот это уже не муляж. Найдете меня, я уйду красиво. Ого! Где он шкерит? Нашел его, нашел. Мочи его! Это ты был. Я сейчас тебя не убью. Не надо меня мочить. Серега, вот он, вот он. Ешь его. Есть, убил. Нет, блин. Есть! Я его замочил, наконец. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока!